Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем здравствуйте! Приветствую вас в Грозном на стадионе имени Султана Белимханова, где сегодня пройдет матч очередного 9-го уже тура сезона 24-25 в Мелбет Первой Лиги. Алания, которая в нынешнем сезоне в условно все-таки домашних матчах еще ни разу не побеждала, более того, даже ни разу еще не поражала ворота соперника, сегодня принимает Сочи. Ну а состав Алании после стартового свистка, еще раз подчеркнем, три изменения были произведены Султаном Тазабаевым и Сосланом Битеевым перед этим матчем. Состав полноценно следующим образом выглядит. Напряжение внутри штрафной площади соперника. Сочинцы создают потеря. Внимание, Писарский, передача нужна. Момент на гол. Кравцов, удар. Спаслись. Усилиями Сергея Макарова спаслись сейчас барсы в красно-желто-черных цветах. Естественно, это к стилистике Алании имеет прямое отношение, но про стилистику в последнее время, конечно, сложно говорить. Хорошая передача, Крамарич, удар! Удар бесхитростный наносит Писарский. Еще один голевой шанс возникает у Сочи. Часто длинными передачами своей атаки начинают сочинцы, и это достигло цели. Передача в центр, обратно от Писарского. Здорово, Крамарич, удар! 1-0! Очень красиво, толково, просто разыграли эту атаку подопечные Роберта Мурано. Длинный пас, уцепились за мяч под штрафной. Элегантная, элементарная стенка и забивает сквозь Ростислава Солдатенко Мартин Крамарич. Роскошный перевод от Сафронова тем временем. Заика, подача, здорово, удар, опасно, а вот и Солдатенко. А вот и вещи, которые с трудом укладываются в голову. Есть еще один шанс у Владикавказцев. Гаглоев проскочил с правой ноги, удар, опасно, хорош Дегтев. Сейф максимальной ценности для молодого голкипера, которому всего-навсего 19 лет. И первый укол от Владикавказцев. Не пожелал мячом делиться с Солдатенко Татаев. Обыгравшись с Макаровым, удается далее по центру мяч штрафной продвинуть. Нафиков, Чемезев, касание неплохо. Абдоков, момент. Нури! 1-1! Нури, Абдоков! Ему очень легко по центру. Снова, кстати, центр этот порвался у сочинцев. Передача в касание для Абдокова. Такая игра прекрасно знакома, она ему впору. Ну и удар в дальний угол великолепный. Наверняка он наблюдает за происходящим в эти секунды. Прострел, здорово, Чемези! Это должно было становиться 2-1. Простенькая атака через правый край. Подачу от Флажков еще и Макарчук организует. Ныне другая история. Опасно, штанга. Как же сейчас повезло одним и категорически не повезло другим. Снова очень легко в последнюю треть. Как только наращивают темп, заходят сочинцы. Заика! Ух ты! Вот это удар и это полет какой от Ростислава Солдатенко. Ставит корпус. Очень легко, кстати, уходит от Абдокова. Кравцов правее. Кравцов, удар в ближний угол. Солдатенко успевает руку отстегнуть. Удар был очень и очень коварный. В противоход из-под защитника, даже с рикошетом. Плотно накапливаются футболисты Алании на своей половине поля, в то время как сочинцы продолжают использовать ширину. Никитин очень легко от двух ушел. Удар в ближний угол. Мяч облизывает сетку, но с внешней стороны. Контратака. Вот они, наконец, выскочили. Нури направо. Удар! Ой-ой-ой! И добивание еще возможно. Абдоков откатывает мяч. Вот он, удар уже. Суслов спасает. Страхует Дегтева, которого до этого сумела стойка ворот обезопасить и его самого, и его команду. Вот, возможно, еще один. Чемезев штрафной. Ну, по-моему, он просто пытался в эту руку пробить. Посмотрел, увидел, что все закрыты. Ну, вообще, да. Для куражу. В контратаку. Смотрите-ка, побежали. Действительно, это опасный момент у Алании. Удар! Ой-ой-ой-ой! Ну, как такое не использовать? И финальный свисток звучит сразу же. Они могли это выиграть. Когда отключились защитники Сочи. Не попал Виктор Нафиков. Я, Насим, откланиваюсь. Меня зовут Сергей Курманов. Всем большое спасибо за внимание.